Мы с вами продолжаем обсуждение суть русской православной церкви в 20 веке. Мы с вами уже говорили о начале 20 века, о временах гонений со стороны большевиков, когда церковь подвергалась жестким преследованиям. Причем это было как физическое истребление верующих людей, особенно священства, так и попытки внести какую-то дестабилизацию в церковную жизнь, устроить расколы. И действительно, некоторые расколы имели место. И мы с вами немного говорили о декларации митрополита Сергия, декларации о лояльности к советской власти. Это был не единственный документ. Помимо принятия этой декларации, Сергей иногда выступал с заявлениями, которые тоже, может быть, не добавляли его популярности среди тех людей, которые уходили в раскол. Он говорил о том, что в Советском Союзе отсутствует гонение за веру. Он говорил о том, что те люди, которых расстреливают, которых арестовывают, они страдают не потому, что они верующие, а за свою антисоветскую деятельность, что далеко не всегда было правдой. И в связи с вот такой политикой митрополита Сергия существует давний спор – Стоило или не стоило это делать. Некоторые оправдывают его политику, потому что выступая с подобными заявлениями, он это делал не просто потому, что хотелось обмануть или, может быть, не просто потому, что боялся, но это была попытка сохранить церковь, официальную церковь, реально существующую церковь от полного уничтожения. Кто-то оправдывает эту политику, потому что хоть какая-то часть не ушедшие в подполье, не расстрелянные, не уничтоженные церкви сохранялась, хотя очень небольшая. Кто-то считает, что недопустимо было использовать ложь и подобные подходы для того, чтобы даже хранить церковь. И в связи с этим до сегодня идут споры о том, вот Сергианская церковь, так называемая, это допустимо или нет, подлинная эта церковь или не подлинная, и катакомбная церковь на самом деле настаивает на том, что вот эта вот церковь, так сильно слившаяся с властью, использующая ложь для своего сохранения, не может быть подлинной церковью, и настоящее православие, оно не там, оно в катакомбах и в каких-то вот других структурах, не связанных с московским патриархатом. Но, тем не менее, даже и эта политика митрополита Сергия, она приносила не очень большие плоды и к концу 30-х годов очень немного осталось от прежней православной церкви, ну, по крайней мере, вот так и официально, большая часть храмов была закрыта, многие храмы были либо превращены в, в какие-то там конюшни, склады или еще что-то, либо взорваны. Причем храмы взрывали просто по алфавиту. И вот те, которые храмы до сих пор сохранились, это просто потому, что их названия были на какие-то последние буквы алфавита. Те храмы, у которых названия были в основном на первые буквы алфавита, их, как правило, сейчас нет. И к концу 30-х годов буквально всего несколько соборов официально продолжало действовать. Практически не осталось на свободе епископов, очень мало было священников. И официальная церковь, ну и, конечно, неофициальная тоже, находилась в чрезвычайно тяжелом, плачевном состоянии. Но тут началась война. И уже не в первый раз в истории мы сталкиваемся с таким удивительным явлением, что то, что является катастрофой для государства, в каком-то смысле идет на благо церкви. Мы, я просто напомню, видели это при монголо-татарском нашествии, когда было некоторое углубление духовности. Мы видели это в смутное время, когда помните возникло движение боголюбцев. Мы говорили об этом в связи с революцией, когда хотя организованная церковь была уничтожена, но люди, может быть, до революции очень прохладно относившиеся к вере, очень формально относившиеся к вере, многие из них достаточно серьезно стали задумываться о религиозных вопросах. И теперь война, а, катастрофа для государства, но тем не менее именно во время войны изменилось отношение к церкви и отношение к вере. Вообще любопытно, но 22 июня 1941 года собственно, в момент нападения Германии на Советский Союз, митрополит Сергий выступил с обращением ко всей православной церкви, обращением, которое призывало встать на защиту Отечества. Хотя официально у него не было практически никаких возможностей, никаких полномочий. И это очень странно, что в Советском Союзе представитель православной церкви выпускает такое широкое обращение, но этому обращению никто не воспрепятствовал. И оно широко разошлось. После этого были другие обращения. После этого православная церковь организовывала, ну, например, сборы средств на создание там танковых колонн, авиационных эскадрилий и так далее. Участвовала в какой-то антифашистской пропаганде и хотя официально полномочий никаких не было, но и серьезных препятствий к этому со стороны государства тоже не было. В тяжелых условиях государство позволяло церкви участвовать в борьбе, но Спустя некоторое время даже и ситуация официальная, официальное положение церкви изменилось. В 1943 году было восстановлено патриаршество, в 1943 году были освобождены многие священники и епископы, находящиеся в заключении, и, в общем-то, была более-менее восстановлена нормальная каноническая церковная жизнь. С чем это связано? Для этого есть несколько серьезных причин. Первая причина заключается в том, что религию удобно было использовать, ну, с точки зрения государства удобно было использовать для того, чтобы как-то стимулировать национальный патриотизм. История Советского Союза очень небольшая история. Там не слишком много героев, там не слишком много каких-то вот героических событий и деяний. А была до этого еще долгая история России. Был Александр Неевский, был Дмитрий Донской, был Суворов, были другие какие-то командиры, были какие-то войны, были победы. И, в общем-то, все это так или иначе было связано и с религией, и так или иначе было связано с православием. Поэтому возрождение национального патриотизма через обращение к истории отчасти оправдывало и православие, которое было тесно завязано в эту историю. Следующий момент связан с религиозной политикой немцев на оккупированных территориях. Дело в том, что немцы, захватывая какие-то территории, тут же разрешали на этих территориях восстановление церковной жизни и запрещали колхозы. И то, и другое встречалось с населением с восторгом, и то и другое, считал, многие рассматривали как что-то очень положительное. И, по крайней мере, в самом начале войны были достаточно сильные симпатии к немцам. Во многом как раз из-за того, что вот это вот религиозное преследование, которое было в Советском Союзе, его не было на оккупированных территориях. И нам известно, вот просто из истории известно, что когда разрешалось проведение православных богослужений, то во многих захваченных городах там до 80-90% населения собирались на воскресное богослужение. Это понятно, это война, это катастрофа, это страхи, связанные с этим. И в таких обстоятельствах религия, она играет для людей очень значимую роль. Ну, к тому же, помните, я говорил, что Перепись в конце 30-х годов показала, что верующих, на самом деле верующих, действительно было довольно много. И хотя люди вынуждены были скрывать свою веру, вынуждены были прятаться, когда появилась возможность как-то выразить свою веру, они это делали. Так вот, чтобы к немцам не испытывали слишком больших симпатий, необходимо было, что ибо и на советской территории была определенная религиозная свобода. Еще один очень важный момент. Помните, как говорят, не бывает атеистов в окопах под огнем. На фронте особенно, в общем-то, достаточно многие люди серьезно начинали относиться к вере, к религии, так или иначе как-то переживали опасности с молитвой, с обращением к Богу, и невозможно было это просто подавлять или просто игнорировать. И последняя серьезная причина ⁇ это было требование со стороны союзников. Вы помните, что у России были союзники ⁇ Великобритания, Соединенные Штаты Америки. И были поставки по ленд-лизу, и военного оборудования, и продовольствия, и многое еще чего. И вот одно из требований со стороны союзников для продолжения союзнических отношений ⁇ это легализация э, религиозной жизни в Советском Союзе. Поэтому сошлись множество факторов. И в 1943 году было принято решение о восстановлении фактически православной церкви в Советском Союзе. Так что Сталин пригласил к себе патриаршего местоблюстителя, митрополита Сергия, задал ему вопрос о том, что необходимо, чтобы в кратчайшие сроки восстановить православную церковь. Тот сказал, что ну, нужно провести собор, избрать патриарха. И сказал, что ну, примерно месяц на это нужно. Сталин сказал, нельзя ли проявить революционные темпы. В общем, военными самолетами прямо из лагерей, где они отбывали заключение всех выживших епископов, свезли в Москву. В течение 9 дней провели собор. Самого Сергия избрали патриархом. Еще Сергей просил у Сталина, чтобы организовать какие-то приходские курсы для подготовки священников. Сталин сказал, что это как-то несерьезно, нужно организовывать семинарию и семинария была организована. И вот с этого момента какая-то более-менее организованная, каноническая, разрешенная жизнь православной церкви началась в Советском Союзе. В принципе, даже когда закончилась война и до смерти Сталина, каких-то вот катастрофических гонений православная церковь больше не испытывала. И любопытно, что сейчас в современном православии достаточно много людей, которые являются так, сторонниками Сталина, поклонниками Сталина. И в этом отношении Сталина, конечно, противоречивая фигура. С одной стороны, он восстановил православную церковь, с другой стороны, множество новомучеников российских как раз, раз пострадали во времена его правления и... Церковь и восстанавливалась, но церковь и очень жестоко уничтожалась ус... не при нем. Но, с другой стороны, вот такая вот любовь к Сталину, уважение к Сталину, оно связано не столько, не столько с его политикой в отношении православной церкви, сколько с его такой государственной политикой, потому как православие всегда тяготело к какой-то вот такой сильной монархической власти, и часть эту сильную монархическую власть, величие империи, оно видело в Сталине. Помните, Москва, Третий Рим, да, и есть одна империя с одной церковью. И вот эта вот мечта об империи, она неплохо воплощалась в фигуре Сталина. И в связи с этим какой-то интерес к ней в некоторых православных кругах к нему сохраняется. Ну, когда есть интерес, то возникают всевозможные истории, всевозможные мифы в отношении какой-то там скрытой религиозности Сталина, даже скрытой православности Сталина. Так же, как очень много существует мифов во время там каких-то религиозных действий на войне, будто бы там Москву облетали на самолете с иконой Казанской Божьей Матери, и вот по той линии, по какой пролетел самолет, дальше немцы этой линии не смогли продвинуться. Все эти истории довольно поздние, документами военного времени никак не подтверждаемые, но чрезвычайно популярные в православной среде. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте tv8.0.0. Так что какая-то православная жизнь все-таки восстанавливается во время войны, некоторое время продолжается после войны, и более серьезные проблемы у церкви возникают с приходом к власти Хрущева. Вы, может быть, помните, что обычно с Хрущевым связывают так называемую хрущевскую оттепель и вроде бы даже некоторую либерализацию общественных отношений. Но, опять же, парадокс. То, что служит на благо общества, в данном случае отчасти послужило во вред церкви. Каков механизм всего этого? Хрущев — это прежде всего борьба с культом личности Сталина и возвращение к Ленину, и возвращение к ленинским методам. Но если Сталин разрешал церковь, а Ленин боролся против церкви, то развенчание культа личности Сталина и возвращение к ленинским методам автоматически подразумевает борьбу против церкви. А поэтому на фоне некоторой оттепели 60-х годов антирелигиозная деятельность усилилась. Она, конечно, не была такой, как во времена Сталина. Тем не менее, церкви и монастыри закрывали опять начала процветать такая антирелигиозная пропаганда, причем, может быть, пропаганда не такая, которая была там в довоенное время, как общество воинствующих безбожников, а создается так называемый научный атеизм. Пропаганда становится более серьезной, более, может быть, как-то обоснованной, наукообразной. И вот это вот давление на церковь, оно продолжается в течение всей эпохи правления Хрущева, где-то есть репрессии, где-то есть тюремные заключения, где-то еще нововведение, так называемая карательная психиатрия, когда людей просто объявляют сумасшедшими и принудительно их лечат. Так что церковь не уничтожается полностью, но под этим давлением продолжает существовать. Может быть, единственное, что спасает церковь, это то, что а, советское государство рассматривает ее как удобный инструмент для каких-то внешнеполитических действий. И церковь участвует в борьбе за мир, там где-то представляет на каких-то международных мероприятиях Советский Союз, может быть, в тех условиях, где другие организации не могли представить. Ну и в связи с такой вовлеченностью в международную деятельность, конечно, Церковь вынуждена достаточно плотно взаимодействовать с Комитетом государственной безопасности. И вот когда началась перестройка, немного приоткрылись архивы и публиковалась информация одно время о видных деятелях православной церкви и о их сотрудничестве с КГБ, о их званиях, должностях и прочей активности в этой сфере. Но это было достаточно типичное явление для того времени. В эпоху Хрущева давление чуть-чуть ослабло. Не, просто, не потому, что и сменилась идеология, просто такая... Общее явление застоя в советском обществе коснулось и антирелигиозной деятельности, которая велась спустя рукава. И последнее, что ну, в таком нашем кратком обзоре, что может быть стоит Отметить а тогда же вот во времена Хрущева, во времена Брежнева, появляется движение так называемых церковных правозащитников, появляется такое религиозное диссидентство а люди, которые не вполне входят в структуры православной церкви, некоторые из них да священники православной церкви или миряне, приближенные к православию, некоторые из катакомбной церкви, некоторые из каких-то околоцерковных кругов, но тем не менее появляются группы людей Реально заинтересованы в христианстве, реально заинтересованы в православии, участвующие в какой-то правозащитной деятельности. А помимо этого, они зада... занимаются изданием литературы, расцветает сам издат. многие западные книги переводятся или публикуются книги, написанные на Западе теми, которые в свое время эмигрировали из советской России. Так что определенная церковная жизнь, и явная, и не очень явная, она продолжается даже вот в эти ну, времена такого давления, диктата со стороны государства. Ну и заканчивается все это к моменту празднования тысячелетия крещения Руси. Приближается 1900... 1998 год 1988 год приближается тысячелетие крещения Руси. И первоначально церковь надеется, может быть, как-то хоть чуть-чуть хоть отпраздновать эту дату но государство позволяет, и позволяет достаточно много, и вместо такого скромного празднования, даже где-то уже из поддержки государства, празднование становится более пышным. И вот этот вот какой-то раздел, какой-то переход, потому что после этой даты фактически давление на церковь прекращается. Более того, в 1990 году принимается новый закон о свободе совести, снимающий практически все ограничения с религиозной жизни, и начинается такой религиозный бум. Многие люди обращаются в христианство, к церкви наполняются большим количеством людей. Ну, и, кстати, не только православная церковь переживает этот религиозный бум, и протестантские церкви, и многие другие. В общем-то, в обществе вспыхивает особый интерес к духовности, и... Начинается совсем другая жизнь, о которой мы потом поговорим с вами отдельно. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.